Сегодня 32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. 771 белорусский воин-интернационалист погиб на полях боя. Каждое имя павшего солдата увековечено в камне на острове Мужества и Скорби в Минске. Там сегодня состоялось ежегодное мероприятие, посвященное Дню памяти. Участие в возложении венков приняли депутаты Палаты представителей, ветераны-афганцы, члены семей погибших. Белорусская железная дорога назначила 13 дополнительных поездов на мартовские праздники, в частности, в межрегиональном и региональном сообщениях. Минск-Гомель, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Полоцк-Минск, Гомель-Могилев, Минск-Светлогорск, Орша-Кричев. Наибольшее количество составов предусмотрено на Международный женский день. В Беларуси продолжается проверка боеготовности вооруженных сил. На полигоне Горский провели батальонные тактические учения танкистов. В маневрах принимали участие военнообязанные из запаса. По замыслу силы противника пытались прорвать оборону и продвинуться в тыл бригады. Условного неприятеля уничтожили 3 танковые роты. Прицельный огонь велся как по наземным, так и по воздушным целям. В Беларуси сложные погодные условия. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными. Днем существенных осадков не ожидается. Небольшой снег только местами. В ночные часы прогнозируется существенное понижение температуры воздуха. Воспитанники Бобруйска из Дюшор стали победителями республиканского турнира по боксу среди юниоров. Соревнования прошли с 9 по 13 февраля в Могилеве. В областной центр съехались 120 боксеров со всей Беларуси и Молдовы. Золотые медали на счету Ярослава Янковца, Владислава Кузнецова, Витаса Горцуева и Марии Пилипенко.